Ровно 8 часов открылись двери всех 69 избирательных участков Хасаютовского района. Заключительный день голосования, 1 июля. Народные танцы и песни с самого утра подняли настроение участников голосования. Абдулкадиров Магомед Шарипович, учитель физики и математики Новокостигской средней школы, молодой специалист, приехавший в село по программе «Земский учитель», принял участие в голосовании по поправкам в основной закон нашей страны. Я Абдулкадиров Магомед Шарипович, работаю в Новокостигской средней школе. И меня, безусловно, беспокоит судьба моих учеников и моей республики. Поэтому я сегодня пришел сюда проголосовать за поправки в Конституции. Поскольку считаю важным эти поправки и судьбу своей республики.